В городе Видное завершается строительство нового дошкольного учреждения. Проект осуществляется в рамках реализации комплексной жилой застройки микрорайона Завидное. До конца этого года планируется сдача в эксплуатацию еще нескольких детских садов. Таким образом, в Ленинском районе достаточно хорошими темпами реализуется план губернатора по обеспечению местами в детские дошкольные учреждения. 25 июня глава Ленинского района Сергей Кошман совместно с руководителями районных служб и подразделений провел инспекционную поездку по вопросу готовности объекта социального назначения микрорайона «Завидное». К началу нового учебного года здесь начнет функционировать детский сад на 140 мест. Уже при входе на его территорию стало заметно, что уличные площадки обустроены, установлены малые архитектурные формы, домики для игр, горки, песочницы, а также уделено внимание озеленению территории. Затем участники делегации осмотрели помещение изнутри и увидели, что в 7 просторных группах завершились отделочные работы. Полностью укомплектован пищеблок, медицинский кабинет, начато оформление музыкального зала. Детский сад на 140 мест, очень благоустроенный, достойный, с большими общественными зонами, детскими группами, достаточно высокой подготовки. Отличный продпищевод, высокое качество, все в этой части нас устраивает. Для компании «Мортон» подобные социальные объекты – не первый опыт. И с каждым новым сдаваемым детским садом сотрудники пытаются внести что-то новое, повысить качество, применить более современные материалы, улучшить технологичность самого строительства и эксплуатации. Качество отделки, комплектации и вообще все техническое состояние – в принципе, мы сдаем первый детский сад. Укомплектован, во-первых, самой экологически чистой мебелью, материалами. В тесном взаимодействии с управлением образования мы подбирали все комплектующие. Сказать, что какие-то серьезные особенности в этом детском садике, их может быть и нет, но он комфортный будет для детей, он будет безопасным. Контроль за ходом строительства на всех его стадиях осуществлялся госстройнадзором. Современное здание построили согласно последним утвержденным нормам и требованиям. Начальник 9-го отдела госстройнадзора Московской области отметил, что этот муниципальный детский сад сделан на уровне коммерческих садов, строящихся в Подмосковье. Элементарные замечания, глобальных замечаний нет. И кроме этого, мы считаем, наверное, вот после всех проверок, сейчас всех детских садов, которые будем принимать, мы все-таки будем правительство докладывать о том, что мы считаем, что этот детский сад самый качественный в Московской области. Руководство района и представители надзорных служб по итогам поездки отметили, что серьезных нарушений выявлено не было, а все недоработки и небольшие замечания будут устранены в ближайшее время. Уже на следующей неделе госстройнадзор выдаст заключение о завершении строительства. А торжественное открытие нового детского сада «Семицветик» состоится 1 сентября. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.